Торжественное вручение ключей от новых патрульных автомобилей сотрудникам госавтоинспекции состоялось возле управления ГИБДД ОМВД России по Рязанской области. Госавтоинспекторы получили 22 новых автомобиля «Шкода Октавия». Я уверен, что получение нового служебного транспорта, который уже вошло в традицию, позволит нам благоприятно влиять на положение дел с аварийностью. Новые машины оснащены всем необходимым для решения повседневных задач по сохранению жизни и здоровья граждан на дорогах. Все автомобили имеют повышенные динамические характеристики и снабжены устройствами для подачи световых и звуковых сигналов. Также транспортные средства оснащены радиостанциями и видеорегистраторами с устройствами для хранения записей. Данные машины улучшат работу по обеспечению безопасности не только в региональном центре. Экипажи ДПС на новых автомобилях будут нести службу в областном центре, а также в районах области, в том числе на дорогах федерального значения. Новый автопарк оснащен всем необходимым, что позволит максимально оперативно действовать в экстренных ситуациях, выполняя задачи, поставленные национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а именно снижение смертности на дорогах в результате ДТП.